В Юрьевецкий район поступил первый транш субсидий на приобретение жилья для пострадавших при обрушении дома. Напомним, ЧП произошло 22 декабря. Угловые квартиры пятиэтажного дома обрушились рано утром. Жильцы спаслись чудом. На данный момент 25 человек проживают в общежитии агропромышленного колледжа. 46 юрьевчан приютили родные. Первый транш из областного бюджета составил 10 миллионов рублей. Совместно с пострадавшими подобрано уже 20 квартир. Сейчас идет проверка и оформление документов. Кроме того, все те, кто остались без крова и имущества, получили компенсации из регионального и районного бюджетов.